Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями о месте, в котором проходит в этот раз мастер-класс в Казани. Несмотря на то, что погода сегодня вообще не летная, вчера, кстати, была хорошая погода, но вчера было некогда совершенно снимать. Вот. И вот сейчас у нас есть небольшой запас перед МК, перед вторым днем. Хочу вам просто показать, в какой мир ты попадаешь, мир такого андеграунда. Проходишь... Вокруг очень много рисунков граффити, каких-то арт-объектов, и реально попадаешь в мир творчества, и это такое, знаете, очень интересное, и эмоционально сразу готовишься к тому, что впереди ждет тебя такой вот день, тоже насыщенный. Сейчас покажу вам, вот такие вот еще есть посетители. Сейчас переключу камеру. Ага, вот ученица уже идет. Доброе утро. Привет, привет. Здесь даже вот, ну, все просто. Вот такой вот автобус. Абсолютно нет практически стены свободной от граффити. Ну и вот просто... По-моему, это вот райская птичка у нас над нами, да, цветочек? Все как надо. Там такой вон осьминог и зеркало. Ой, вообще, да. Вот такая вот девушка. Может быть, кого-то вдохновят мои видеозарисовки. Из старых стен можно сделать нечто невероятное. На входе, кстати, на въезде сюда тоже стоит такая маска. Вернее, это лицо. Ну вот, например, да? Почему бы не сделать это вот так вот, чтобы это было красивее в ярких красках. А вот это, по-моему, бетономешалка. И она тоже очень симпатичная. Это еще не все. Сейчас мы тоже в такое пространство попадем. Вот, пожалуйста, вот вам такое лицо. Вот вход в фотостудию, в которой у нас проходит мастер-класс. А здесь человек взывает к небесам. Ну, не знаю, в общем, задумка какая, но мне очень нравится. Здесь такое что-то типа бара, который не работает сейчас. Это сцена. Я так понимаю, что здесь выступает... Наверное, в хорошую погоду проходят какие-то мероприятия. Ну, вот что нас окружает. Мне очень нравится. Ну, мы пошли готовиться к второму дню. Девочки уже подходят. Вот. Обязательно сегодня что-нибудь поснимаем для вас. Привет вам из Казани. Рома, помаши ручкой. Все, мы пошли. Пока-пока.